В иркутской зоогалерее «Дом природы» заботятся о детеныше Ласке, брошенном ее мамой. Малыша в конце августа принесла женщина, которая заметила его в лесу. Детеныш был 3 недель от роду, еще не открыл глаза и весил всего 18 граммов. В тот момент у сотрудников зоогалереи возникли сложности с кормлением. Ласка была так мала, что ей не подходила ни одна бутылочка. Сейчас Ласка открыла глаза, окрепла и перешла на мясную пищу.